Россия сегодня ключевой игрок на мировом рынке. Как и 300 лет назад, после долгой эпохи стагнации, мы переживаем время активного роста, вступив в глобальный экономический процесс. Центральное место в этом процессе занимают грузоперевозки. Наряду с автотранспортом, железной дорогой и авиацией важную роль играет доставка товара по морю. Северо-западный бассейновый филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» — это крупнейшее предприятие морского транспорта на Балтийском море. 229 гидротехнических сооружений, причалов, акваторий, каналов, якорных стоянок. 428 средств навигационного оборудования. 35 судов специального назначения. 18 объектов системы безопасности мореплавания. Северо-западный бассейновый филиал осуществляет свою деятельность на территории 6 портов. Морской порт Санкт-Петербург – крупнейший порт на северо-западе и гордость России. Площадь акватории составляет более 160 квадратных километров. Протяженность причальной линии – 31 километр. Как прочные корабельные канаты, 25 судоходных линий связывают его с крупнейшими портами Европы и Америки. На сегодняшний день годовой грузооборот морского порта Санкт-Петербург составляет около 60 миллионов тонн в год. А к 2025 году за счет строительства аванпортов общий грузооборот может достигнуть 140 миллионов тонн в год. Порт Выборг. Один из старейших портов нашей страны с грузооборотом около 1,5 миллиона тонн в год. Подходящий к нему Сайминский канал – образец успешного международного сотрудничества на протяжении многих десятков лет. Порт Калининград – единственный российский незамерзающий порт на Балтике. Общая протяженность его причалов составляет более 15 километров. Грузооборот калининградского порта – более 13 миллионов тонн в год. Порт Приморск – крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике, конечная точка Балтийской трубопроводной системы. Грузооборот порта составляет около 80 миллионов тонн в год. Порт Высоцк состоит из трех удаленных друг от друга терминалов. Разгрузочно-перевалочный комплекс «Лукойл Высоцк», угольный терминал и удаленный терминал в бухте Ключевская на мысе Путевой. Грузооборот порта Высоцк более 16 миллионов тонн в год. Усть-Луга – яркий пример высокой эффективности совместной реализации проектов. Специалисты северо-западного бассейнового филиала принимали непосредственное участие в создании акватории и подходных каналов к терминалам в порту. Грузооборот порта Усть-Луга на сегодняшний день составляет около 40 миллионов тонн в год. Порт активно развивается. К 2018 году его грузооборот планируется увеличить до 180 миллионов тонн в год. Общий годовой грузооборот всех портов, в которых северо-западный бассейновый филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» осуществляет свою деятельность, составляет около 200 миллионов тонн в год. Эффективность работы филиала складывается из взаимодействия его служб, решающих разноплановые задачи, направленные на обеспечение безопасности мореплавания. Служба капитального строительства и ремонта осуществляет новое строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт гидротехнических объектов и береговых зданий и сооружений. Служба морских путей занимается эксплуатацией и развитием морских путей, якорных стоянок и операционных акваторий, содержанием и развитием средств навигационного оборудования, созданием и поддержанием необходимой для эффективного и безопасного мореплавания навигационной обстановки в морских портах.
Одним из приоритетных направлений деятельности северо-западного бассейнового филиала является вопрос сохранения окружающей среды. В соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, служба экологической безопасности строго следит за соблюдением экологических норм и требований. Регулярно проводятся мероприятия по уборке акваторий от наплавного мусора и нефтепродуктов. Организуются работы по приему отходов с судов. Служба флота оперирует судами северо-западного бассейнового филиала. На сегодняшний день флот состоит из 21 вспомогательного судна, 6 линейных ледоколов, 8 портовых ледоколов. Наличие ледокольного флота имеет огромное значение в условиях Финского залива. Ледоколы дают возможность нашим партнерам работать круглогодично, в любую погоду. Они обеспечивают работу портов Санкт-Петербург, Усть-Луга, Выборг, Высоцк и Приморск в период зимней навигации. Новейшие ледоколы Санкт-Петербург и Москва способны не только расчищать пути ото льда, но и буксировать крупногабаритные морские объекты, а также участвовать в аварийно-спасательных операциях. К 2015 году для нужд предприятия планируется ввод в эксплуатацию еще 4 новых линейных ледоколов. Бассейн Балтийского моря всегда считался сложным для навигации. Обеспечение безопасности мореплавания возложено на лоцманскую службу. Северо-западный бассейновый филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» оказывает услуги по предоставлению лоцманов. Порт Санкт-Петербурга – 96 лоцманов. Выборгско-Высоцкое управление – 35 лоцманов. Усть-Лужское управление – 23 лоцмана. Калининградское управление – 37 лоцманов. Служба укомплектована опытным высококвалифицированным персоналом, прошедшим подготовку в морских учебных центрах, оснащенных новейшими тренажерами и техническим оборудованием. Наши специалисты способны успешно решать поставленные перед ними задачи. Для обеспечения безопасности мореплавания на подходах к портам в северо-западном бассейновом филиале работает региональная служба управления движением судов. Главными задачами службы являются повышение уровня безопасности судовождения, охрана жизни на море и защита окружающей среды, а также повышение эффективности судоходства. Центр региональной службы располагается в Петергофе, где операторы с помощью новейшего оборудования ведут непрерывное наблюдение за обстановкой в акватории. Локальные центры, контролирующие акваторию порта, имеются в каждом из портов филиала. Эта высокоточная современная система включает все технические достижения электронной навигации наших дней. В режиме реального времени на экран оператора выводится каждое судно со всеми характеристиками, необходимыми для планирования, регулирования и содействия в мореплавании. Благодаря современным технологиям, высококвалифицированный персонал службы обеспечивает судоводителей оперативной информацией, дает рекомендации, предотвращая таким образом возможные аварии. Региональная служба управления движением судов помогает судам двигаться по узким каналам и фарватерам с высокой интенсивностью даже в тяжелых погодных условиях. Помимо этого, оперативная надводная обстановка на морских подходах по специальным каналам связи передается в штаб российских сил береговой охраны. В соответствии с международными обязательствами служба связи и электрорадионавигации обеспечивает работу специальных радиотехнических средств на акватории Балтийского моря в пределах Российской Федерации. Высокий уровень безопасности мореплавания и информационной интеграции в региональную и международную системы мониторинга морских судов в Балтийском море обеспечиваются по технологии автоматизированной идентификационной системы HALCOM. Все службы северо-западного бассейнового филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» участвуют в развитии морской транспортной инфраструктуры России.
и повышении конкурентоспособности российских морских портов путем эффективной эксплуатации и развития закрепленного за ними государственного имущества. Северо-западный бассейновый филиал оказывает следующие услуги. Информационные услуги, в том числе передача судам навигационной, оперативной и иной информации. Оказание услуг по обеспечению судоходства. Лоцманские услуги. Ледокольные услуги. Услуги по предоставлению места у причалов для отстоя судов. Услуги радиосвязи. Предоставление в установленном порядке в аренду федерального имущества, закрепленного за филиалом. Северо-западный бассейновый филиал федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт». Надежный партнер, открытый к сотрудничеству и готовый оказать весь спектр услуг по обеспечению судоходства. Мы принимаем активное участие в реализации государственных программ развития морского транспорта Российской Федерации. Северо-западный бассейновый филиал – это не только современный бизнес, это фарватер к модернизации страны.